Миланька, поздоровайся, всем привет, друзья, всем привет, с вами Детский Лепан. Привет, мои хорошие, эх ты, друзьяки, едем на рыбалку. Так ты что, мы еще в Одессе, помидорки? Катюня, а помидоры все тут есть. Ребята, короче, где-то там еще и удочки. Я не знаю, Мара, где ты будешь сидеть, но Свету будешь точно на руках держать. Друзьяки, а хорошая рыбалка, мужчины меня поймут, начинается с чего? С пивасика. Ты что, у нас есть такие друзья с Херсона, идем, пиво варят в Одессе. Точнее, пиво варят в Херсоне, а находится в Одессе. Одесситы, улица Левитана, те, кто знают, поймут. Ребята нам уже приносили нереально вкусное пиво. У них такая линейка. Короче, что я буду рассказывать? Дрова. Какие дрова? Дрова. Это ты дрова, елки-палки. Обычно это ты дрова. Салют. Здравствуйте. Человек, который умеет варить пиво. Здрасте. Здравствуйте. Ёшкин кот, как у вас тут пахнет. Пивоварни настоящие. Мама дорогая. Катюня. Что, и тут Дунайка? Дунайка, ёшкин кот. Тёма, красава. Вилкова? Да. Тёма передал? Только передали. Ты что, свежий? Тёма, у нас есть свои. А, есть, короче, извините. Тёма. Там тоже мы нам видео это выпустили, которое не рекомендовано. Я вот так его назвал. Не рекомендовано смотреть... Правильно, на голодный желудок. Просто мы именно устроили цунами на весь мир. Ребята, я извиняюсь, потому что на самом деле вкусно. Шо? Пиво, говоришь, свеженькое наварили? Да, у нас пиво во всех видах. Светлое, темное, фильтрованное, нефильтрованное. Вы в прошлый раз пробовали, какое вам понравилось? Вот честно сказать, я даже не понял, но он все вкусное. Напился, да перестаньте говорить гадости, оно просто вкусное. Делаем весь ассортимент, попробовать и... темного и светлого. Ну ты мне сделай так, чтобы я с рыбалки вернулся, не остался там, короче, все время там валяться. Я еще хочу рыбу половить. Давайте мне какого-то... Магазин еще. Кого-кого? Магазин. С той стороны нашу химлабораторию. А, ну давай. Слышь, мы что, на рыбалку не едем? Поехали. Поехали в химлабораторию. Марат, извините. Марат. Мы чуть-чуть задерживаемся. Катюня. Слышишь, мы когда... крайний раз здесь темно, аккуратно не гепнись. А ты меня взял? Куда ты? Кого? Угря. Да я взял тебе угря. О, значит, я тоже буду. Ого! Ты что, прямо в сердце попали, ты понимаешь? Это именно сердце с артериями, со всеми делами. Да. Прямо я ж чувствую, как пульс бьется. Специально постоянно поддерживаем температуру, для того, чтобы пиво как можно дольше жило, было в самых видов? Комфортных условиях. Сколько у вас видов? Вообще, в целом, дрофа где-то перманентно до 20 видов. 20 видов, ёшкин ты кот. Лето будет безалкогольное, также постанет на кран. Сейчас 15 видов у нас. Все, так. И ждем еще пшеничное со следующей недели. Ага. Там мне хватит и 13, а тут 15, обалдеть. Благодарочка. Ну идем что-то, короче, нальем, да. И погнали, спасибо. Не, а я последний раз такой аромат ощущал. Мы были в Микуличе, там у Васильича. И там есть гуцульское пиво. Тоже там Василь варит вкусное. Оно вообще, когда варится, то говорить по-другому. Ну, мы всегда рекомендуем начинать с легкого пива. Пивденное легкое. Это наш, скажем так, конек. Наверное, в фильтрованном виде предложим. Оно есть не фильтрованное, есть фильтрованное. Это легкое пиво. Обычно с него начинают вечер. Ну, или рыбалка. Хорошо. Вот давай мне с легкого бутылочку. Да. И нефильтрованного тоже бутылочку. И темненького оператору. Все. Полутемное или темное? Ну, мы дадим два вида. Немножко милкстаута и миднауктахта. Катюня, сейчас ты будешь за рулем ехать. Ты что, уже рада. Очередь, давай туши, наливай. Малосольная? Да. Ой, вы копченую попробуйте, Дунаечку, это вообще сказка. Термовый лагерь степовый, премиум лагерь, термовый лагерь не фильтрованный, премиум лагерь, бакайского лагеря, ты точно будешь его ловить? А? Ну, какое пиво после него не болеет. Да, не болею, да. Подожди, да может на пару дней поедем, я тебя умоляю, подожди. Попила еды. Так, премиум есть, бакайская есть. Бакайская есть. Фирмовый лагерь есть. Да, ипочки нужно обязательно, потому что наша ипа. В 2021 году мы заняли, получили 9 номинаций на последней всеукраинской выставке дегустационной. Медный птах занял первое место, вот наши медали. Медный птах – пиво, которое получилось случайно.
рецепт. Фильтровали стал, фильтровали, получилось полутемное, медное. Ага. И реально такое вкусное, что первое место. А все случайно получается и ни с чем не сравнить. А ты мне тогда так и не дал попробовать. Взял домой и выпил. Помнишь? Так, не дал так это доводить. Все, хватит жаловаться, оператор. Едем на рыбалку. Но, кстати, это пиво, если вы не выпиваете, бутылку не открываете, если в холодильник, неделю оно спокойно стоит. Живет, все нормально, да? Да? Все, слава богу. Я вчера посмотрел выпуск. А предзаказ... Что это? Катюня там номер снимает, может, кто пиво захочет, а по-любому захочет. Вот только не говори, что фартух. По сравнению с... Ты что, сегодня я в шоке? Ребята, у нас сегодня с фартухами целая история. Слюнявчик от пены для от пива. Ага. Потому что тот у вас, конечно, очень серьезный. Андрей, благодарочка, елки-ты-палки. Я думаю, что на кухне такие вещи всегда пригодятся сейчас. Аж бегом. А, вот. Ну, да. Вот так. А я сам в них туплю. Я вчера на видео запутался, короче, я вот так покажу. С этим. Шикардос. Вы примерите. Нормально. Он сегодня тот уже подарил. Короче, вот тот, что был, короче, я его уже сегодня подарил. Не, пусть лежит, этот будет все нормально. Пригодится. Спасибо огромное. Как, с фартухами какой-то гайгуй у нас происходит. Где ты хочешь? Тоже хочет фартух. Ай-на-на-на-на-на. А что значит для предзаказа, если человек хочет себе кегу заказать? Чтобы и... стоять не ждать. У нас иногда заказывают по 10-20 литров пива. И правильно, потому что да. Что себе там бутылочка губы мазать? Заказал себе 10-20 и в баньку. Опача. Кстати, у нас из такого интересного есть карась вяленый с икрой. Ёшкин кот. Просто про карасей. Ага, карасей, чтобы было по-любому. Серьёзно, а ты что? Да, да. Вот там красавчик с икоркой. И щуки, и карасики, и лещики. А Дунаечка ты посмотри в ассортименте. Малосольная, мама дорогая. И копченая, чтобы она была здоровая. Еще и фартух. Только у нас так может рыбалка начинаться. Полчаса видео, я думаю, минут на 40, наверное. А еще рыбалки даже не было. Ребята, все будет нормально. Может, 2, 3, 4, 5 серий дадим. А? Пока воблера не закончится. 10. О! Так и дело, женщина, говоришь. Маратик, и вам дали бокал. Ты что? Нас так просто не отпускают. Ну, красиво все должно бокалы быть. Шикардос. Вот я одену фартух. Налью себе сюда пивка. Сяду. И ловить рыбу не буду. Нет. Посмотрим. Короче, оператор, затарились? Ну, ребята, да. Чтобы у всех на губах было вкусное живое пиво. Спасибо огромное от души. Спасибо. Как это? Если поймаю лишнюю щуку, я знаю, куда ее везти. Да. Хотя лишних щук не бывает. Будем готовить гильфилд фиш. Эх ты. Спасибо, спасибо, спасибо. За шикарное пиво. Блин. Добрались. Это, наверное, только у нас такое может быть. Ребята, мы сюда пока ехали, можно было снять, не знаю, индийский сериал, блокбастер, короче, кинокомедию, всякую ерунду. В трех словах, мы уже на базе. Сразу вижу целая куча вопросов. Серега, где так красиво. В тот раз тоже интересовались люди, где мы рыбарили. Марат, ты хоть поздоровайся, тебя еще в кадре не было. Всем шалом. Ты что, гастелло, ты посмотри, ешкин кот, еще и сапоги одел, Марат. А что? Такое ощущение, что ты здесь работаешь. Красавчик. В тот раз люди интересовались, где это находится, недалеко. Маяки, одесситы, 20 минут и вы, короче, в шикарном месте. Сегодня я поинтересовался, зовут Володя, вот его номер телефона. Звоните. Берегись, Володя. Володя, все будет нормально. А тут, как это, апартаменты, здесь больше, чем есть, не влезешь, понимаешь? Так что звоните, бронируйте, рыбалочка. Слышишь, есть, шикардос, номера. Захочешь попасть на рыбалочку, не попадешь. Че? Пусть как людям тоже будет счастье. Ребята, клюйте, чтобы у вас никогда черви не заканчивались. А мы в Вилково поедем. Там хватит на всех. Ваше здоровье. О, я же хотел с бокала. А нет, это для красоты. Дрофа, благодарочка. Я сегодня один такой именно шикардос. А ты будешь и из бокала, и из бутылки? Ты видишь, сколько они пива дали? Я буду и ногами сегодня пить. Но хочется и порыбалить. Света, есть ножичек? Аккуратно, сзади шаги. Я что хотел сказать? Как мы сюда добирались? Короче, как это, Марат, забобоны, стереотипы или приметы, что на рыбалку... Ну то нефиг было вот того угря. Что на рыбалку нельзя с собой брать рыбу. Да. Ну я не я, если я с собой пару селедочек не взял. Взял с собой пару селедок, угостил Володю Дунайской. Там Марат шпроты взял все время, я за другое хотел сказать. Мы пока сюда ехали, звонит Тёма Свилкова. Это время где-то уже 2:30. И говорит, Серега, я тебе забыл сказать, что я тебе рыбу утром отправил. Короче, банановая коробка, там килограмм 35 селедки. Так в чем прикол?
что он забыл настолько, что ему водитель, когда обратно собирался уже ехать в Вилково, звонит и говорит: Артем, Артем, а рыбу вашу будут забирать или я везу ее обратно? Короче, мы эту рыбу здесь уже перехватили, дождались. На рыбалку мы приехали, у нас с тобой килограмм 35 селедки есть. Даже если мы не поймаем щуку, то тихо, Жужа, разбудишь ребенка, все-таки дикая природа. Марат, Джан, что, давай, ну как, будем закусывать? Конечно. Потому что я уже ухожу рыбалить. Ммм. И что у вас тут есть? А тут все по-домашнему. Колбаска домашняя. Сальцо, шпроты. Бурчик, маринины помидоры превосходные. Пусть Валера мне еще такую баночку привезет. Попросите его? Валеру попросить? Да. Главное, чтобы у Марины было. Слышишь? А здесь оно в 100 раз вкуснее. Да? Да. На природе. Света, приятного аппетита. Попробуй. Спасибо. Бурчик. Так. Что, я вам наливаю, девчонки? Марат. Наливайте, Маратик. Да, конечно. Где ваши стаканчики? Я сейчас вот ем эти деликатесы с привоза. Угу. А вам дали какие-то другие? Мы же не брали, вы же сказали сало не брать. Мы вон только колбаску домашнюю взяли. Правильно. Мы взяли все. Маратик утром проснулся. А шмат мяса? Это что, контора так называется, да? Это ребята создают удивительный украинский итальянский продукт. Угу. Там мы заехали, получается, перед тем, как выезжать на рыбалку, на почту. И взяли, Марат, маленький, короче, этот, маленькую посылку. Ничего себе маленькую. Это нам передали перед Пасхой, да, чтобы мы попробовали. А. Бризола, на, пробуй ты. Подожди, не все сразу. А ты не видишь здесь сколько? А где? Смотри, какая упаковка. Столько сосисок. Лечится. Сегодня сыровяленое пармиджано. Мама дорогая. Сорвелат индичка. Вы не знаете Фует. Никакого рецепта из итальянских колбас, Марат? Есть почему. Фует. Да? С этими, с макарошками очень вкусно. Свинина. Дорблю, Марат. Ну откройте какую-то, отрежьте кусочек. Ну давайте, выбирайте. А Света порежет. Я порежу. Светочка, что, дорблю, яловича с вином, пармиджано. Пармиджано давай. Пармиджано? Сегодня Аня, мы танцевали. Пармиджано. Аня вспомнила меня. Катя командует. Спасибо. Нет, ребята, спасибо. Шмат мяса, чтобы вы нам были здоровы. Вот их инстаграм на самом деле просто. Ну это уровень, ты понимаешь? Они что, думают, что мы на рыбалке неделю будем? Не, они не знали, что мы идем на рыбалку и просто передали нам к этому. Я все сделаю. У вас как, Марат? Ты, Светочка, сделаешь, а я просто открою. Да. Ну вот, неделю вашей Пасхи, неделю нашей Пасхи. Все, договорились. Ты что, поморщенный какой, посмотри. О, Светочка, а ну врежьте вашими интересными руками. Если тебе этот нож круглый неудобен, возьми мой. Подожди, я хочу снять эту шкуру. Осторожно, ножи очень острые. Что вы как старая еврейская бабушка, елки-палки? Это нормально, Марат, Катюня, что за балаган? Дай она пусть порежет. Хочешь, я порежу? Нет. Взрослый человек, стоите и рассказывайте, как надо колбасу резать. Такую колбасу надо резать тоненько. Вот. Золотые слова человек говорит. Я, конечно. Ребята, извините, как это, за балаган, но таки по-настоящему. Аккуратно. Понятно? Я ничего не слышу, я жую. Так, будьте здоровы. Будем. Давай. О, Марат, чтоб клевало. Надо было какое-то самое. Попробуй, может, со шкуркой я надо. А можно мне кусочек? Спасибо. Шкурку эти снимать. Шкурку надо снять обязательно. Попробуй снять. Не, может быть, можно с каждой колбаски снимать. Там кусочки сыра. Ты что, думаешь, они пошутили, что там дорблю или пармиджано? Это именно по-настоящему. Очень вкусно. Ёлки-палки. Нереально вкусно. Угу. Марат, вы пробовали? Нет еще. Попробуй. Кстати, Марат, наши подписчики, чтобы ты понимал. Смотрели, ребята, как карася мы отжигаем с тобой, плов готовим. И решили сами колбаску вот такую. Не, надо чистить. Видишь, так плохо чистится, что я порезала. Ну, это съедите со шкуркой. Обалдеть. Я ее еще не пробовал. Вот без шкурки, Марат. Да. Без шкурки. Да, потому что со шкуркой надо сразу чистить, тут то, что я говорила. Сережка, у тебя так хорошо получается. Надо просто через синагогу проводить. В следующий раз и я и чищу, и режу. Да я профессионал, ты знаешь, что, елки, меня с трактора выгнали, сказали, сильно грамотный.
Иди колбасу чисть. А я-то думаю, как ты у меня очутился рядышком? Что? Что сказала? Что тебя, оказывается, с трактора выгнали? Держи, Зеточка. А тебе зачем этот? У меня есть свой. Собачку угостите. В прошлый раз еле съел. Слышишь, я с этими деликатесами, что даже селедочки к пиву не бахну. Ай-яй-яй. Это убрать. Так, лампочки есть. Генератор есть. Лопата есть. Все, Марат, пошли, пока не стемнело, бахнем пару щук, а? Надо. Сережа, а ты мне еще у Горька обещал кусочек отрезать. Уже, ну отрежь просто. Да тихо, фазаны кричат дикие, слышишь? Ой, какого фазана мы видели красивого на по дороге. Ага, дикая прямо природа. Балдеж такой же, Марат там что-то ловит. Поймал? Ты посмотри, какая красота. Не-не, спит, спит. А я хочу туда отвезти. Марат уже на рыбе. Как? Ёшкин кот! Шо, Марат, по цаху? А? Офигеть! Маленькая? Фу! Поймали! Ушла! Как ушла? Так, аккуратно. Светочка, оставляйте, там вниз опустить. Обалдеть. Ага, все. И слушаем. И шо? Да. Почему хорошо? Не, Хатюня. Марат. Это что? У нас есть теперь пацака своя. Я же говорил, что мы заходили с Елисейкой аккуратненько в магазин без тебя. А, себе ты пиво взял, а нам со Светой виски. Это моя. Вам со Светой. Не поймал ничего. Только я попробую. Не поймал. Нужно для детей заснять. Слышь, даже, Катя. Дрофа. Я хочу рыбалить. И что, хорошо? Сережа, у тебя льется. Ага. Может, Марат, я попробую? Конечно, Светочка, попробуйте. Света, попробуй, ты обалдеешь, это нереально вкусное пиво. А блин, да, Катюня, ты обалдеешь. Я знаю, как это делается. Так, а в чемодан не ударился? А ты не взял удочку? Елисейкину? Катюша, давай ты, моя любовь, немножко поснимаешь. И помочь. Просто мне так или повезло, или не повезло, что у меня всего лишь один оператор. Немножко поснимаешь, потом не будешь снимать, я дам тебе порыбалить. Ну, ловись, рыбка большая, маленькая. Сережа, тебе повезло. Ну, Марат, берем только агрегатов. Что, есть? Марат, на рыбе. Дай, я пойду. Слышишь, что я тебе за воблер дал такой? Что у тебя сразу клюет? Нифига, большая, Марат! Сережка, агрегат! Иди помогай! Стой! Кобыла! Да иди помоги под цаку, ему! Под цаку! Подожди! Да ладно, сам достанет! Помочь? Марат! Икряная! Сережа, иди помогай ему! Ты ж... Стой! Так, Марат, Джан, слышишь? А ну, держи. Значит, икра будет, где Марат? Где ты зубатая? Держи ее, елки-палки. Икра будет? Да икра будет, Катюня. Все будет нормально. Только я хотел бы тоже порыбалить, а не этот. Все. Короче, у нас два кухана. Один твой, другой мой. Понял? Понял. Соревнования у нас. Ха-ха. Вот это да. Куда ее приземлить? Вот сюда. Что? Маратик, все будет нормально. Щука, такое дело. Главное, я пот, у меня в кармане лежат перчатки. И ты, ну ты меня удивил, конечно, что ты... Надо сейчас с тобой мастер-класс провести. Ты, если ее не можешь поднять полностью за палку... То вот нужно так, было сразу то смотри, вот так вот делать нельзя. Если ты возьмешь и вот так, у тебя спиннинг сломается. Да, он может работать вот так вот полностью. Ты можешь ее...
А? Нет, ты взял, когда подводил, начал так вот держать. Я хотел, потому что ее взять жилье. Ты меня, ну я вообще думал, что ты шутишь, а когда ты рукой кинулся прямо ей в дергающуюся пасть, я знаю, что у тебя, как это, тройник останется в пальце. Ну хороший тебе воблер дал, острый. В палец залезает? Да. Обалдеть. А я поставил щуренка, как у Валеры. Ребята, здесь карпы, большие амуры, карась, говорят, крупный, щука. Марат здесь ершей ловил. Маленький. Короче, вот такой маленький, но нереально обалденный аквариум. Оп-оп-оп, ударчик. Поймал? Нет, только удар, подожди. А поиграться? Оп, удар, Катюня. Ага. Ты что, я в шоке. Ага, гуляет, как раз вечер, то, что надо. Вот шикардосина. Катюня, а. Как у нас в будущем доме, слышишь? Куры кукарекают. А что мы? Собаки пруд бегают. Пруд заведем. Ну, пруд не обязательно, но курицы будут аж бегом. Серьезно? Да. А кто за ними ухаживать будет? Тебя научу. Меня? Блин, как оно бьет аккуратненько, Марат, просто супер. Я аж чувствую. Слышь, там в городе, блин, ветер. Да. Какое-то штормовое, холодина. А у нас тут, посмотри, штиль. Классный вот этот вот воблер у тебя. А у меня, походу, не очень. Хотя в тот раз Валера мне дал этого щуренка. Я кайфанул. Мне понравилось. У них там любовь. Там мы отвернемся, я вас умоляю, да как-то. Жарьте щуку, все будет хорошо. Сережка, ты что, поймал? Оператор, елки-палки. Кого? Сорвалась щука, ешкин ты кот. Как сорвалась? Вот так вот, ты когда не снимаешь, у меня клюет, что у дурного. Сошла. Я не сильно подсекал. Плохо? Да. Давай еще раз. Но уже очень приятно, прямо нереальный балдеж. Ты что? А дай мне покидать. Закинь, я буду ловить. Марат только что просит, заберите от меня Свету. Марат, у тебя воблер зацепился. И тут ты такая сейчас тоже, дайте мне покидать. Дай пусть мужики немножко порыбалят. Давайте. Оператор? А! Я на рыбе, елки-палки. Да? Так я могу покидать уже? Марат, ну это маленькая. Ты шо? Ух, я ее за хвост аккуратненько подсек, ты понял? Или как это произошло? Да никакая не маленькая. Нет, это маленькая. Говорю, мы что, мы берем сегодня только агрегатов. Нет, это не маленькая. Катюша. Марат, это не маленькая. У меня аж фрикцион, короче, этот. Нет, это маленькая. А ну, проверяй. Ребята, это маленькая, мы отпускаем, нам надо на Wild Fish только большая, я тебе говорю. Целовать будешь ее? Не, да, не желание, желание загадывать. Не оператора, говорю, щуку. Можно я желание загадаю? Загадывай. Дай мне, сестра, щипцы, зажим, отмычку и запор. Давай, вставляю ей в рот. О, вот это приспособление. А я раньше, когда в келье на рыбалку ходил, брал веточку от вербы, вставлял ей в рот. А зачем? Чтобы удобно было извлекать блесну. А оказывается, есть зажимы, пинцеты. А, ничего давай. Себе. Давай, роднюлечка. Сережка, я загадала. Иди и позови кобылу. Шушо? Загадал желание? Давай. Хорошо. Не буду спрашивать, какое? 4 загадала. Сколько? 4. А что, так можно было? Да. Ладно. Ну, пока вы там цепляли, я стояла и говорила, то, вот то, вот то, вот то. И еще вот то. Так, и чтоб курочки кудахали, да? Обязательно. И чтоб ты мне массаж делал.
Тоже мне желание, ай-яй-яй. Вон, видишь? Фазаны даже ругаются на твои желания. Обычно как рыба клюет? Вечером, утром, днем, с солнцем, с ветром, с дождем? По-разному. Опа, есть! Поймал? Да! Марат! Шикардос вообще! Я в шоке! Ты что? Иди сюда! Опять маленькая! Опять сорвалась? Нет, не сорвалась, но маленькая. Не, я ищу именно здоровую щуку. Иди, моя девочка, иди сюда. Тихо, 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 тихо. Ты уже, ты дома. Ну все, отпускай уже. Уже мне и загадывать нечего. Шо-шо? Я уже все загадала. Спасибо Валерочке за вот такое удивительное место. Ребята, я вам рекомендую. Ну это чистое здоровье, елки-палки. Рыбачить не хочу. Куры кукарекают, собаки бегают. Это просто такой себе балдеж. Марат, что там говорят? Минута смеха продлевает... Жизнь. Жизнь? Вот. А это вообще делает ее вечным. Просто класс. Скажи мне, что мы удочки уже утром расчехли? Опача! Блин! Хорошая! Хорошая была! Ты видел? Вот это да! Что, не сорвалась? Сорвалась, да! Именно... Агрегат был. Ты что? Я хочу пойти передохнуть от съемки. Катюня, так как мы ехали сюда, я думал, что мы вообще не доедем, елки-палки. С этими о, ударчик. С этими селедками добрались. Я уже хотел воблер менять на какой-то там, на мепсик. Не, не надо. Но нет. Пусть Света, несите виски сюда. Пусть воблерок остается. Марат, как дела? Отлично. Он, я думал, что он в шлеме тебя не слышит. Не. Слышит. Слышит, слышит. Молодцы, мальчики, один-один. Да, только на кукане у меня ничего нету. Неважно. Согласен. Нужно получать удовольствие от процесса, Сережа. От процесса. А не от результата. Катюня, Марат еще не знает, но мы с ним договорились. Ага. В 4 утра мы здесь встречаемся. Не, вот Миланя встанет, возьмете ее и пойдете. Встречайтесь во сколько угодно. Ой, что за женщина. А что, я мать? Ну так, а ты отец? Ну лежи, корми ребенка, елки-палки. А я буду нам еду добывать с Маратом. Вроде мы не голодаем. Чтоб тебе было чем кормить. Тихо, думаю, что за ерунда. Воблерок зацепился. Короче, это мне Валера дал воблерок в тот раз порыбалить. Я начал его искать, искать, искать. Нашел, нашел, нашел. И нашел таки на базаре у нас, на Южном. Оно тебе надо? Конечно, надо. Катюш, это вещи бесценные. Не, не очень дорого. Ну и хорошо. Потому что есть, там едет посылка мне. Тебе? Да. Откуда? Опача! Витаутас передает мне, елки-палки. Там такие воблеры, говорит, заедет, что я... Опа-на! Да ты... Да ты шо, блин? Это мало или нет? Катюня, это надо чувствовать. Именно... Опа, отпустила. Что, нету там ничего? Не, ничего нету. Да. Оно, когда есть, палка гнется. А вот эти вот ударчики... Так она дважды подгнулась. Да, да, именно, может, я сильно быстро кручу. Марат, у вас там гнется палка? Кто? Я слышу, Кирова. Кто? Палка гнется? Всегда. Всегда, говорит. Моя рыба. Это, говорит, моя рыба. Стой. Большая, Сережка. Света поймала, ну хорошую. Иди помогай им. Тебе надо что-то отдать? Подожди, сейчас попробую. Да иди помоги им. Не надо. Посмотри на Свету. Ты не видела, как это Света сделала? Сережа, помоги ему. Катя, у меня клюет. Ты что, успокойся, елки ты палки. Что, Марат, на? Я с икрой поймала. С икрой, Света, с икрой. Ты самая везучая. Сережа? А? А ты сказал, у тебя клюет. Да, но ты меня отвлекла, и я не успел сообразить.
Дело в том, что у меня тут Мелания, мне не очень удобно снимать. О, это, Марат, хорошая. Покажите. Иди кукань ее. О, будет нам икра, Марат? Будет. Ура. Да не уже твоя. Света, твоя. Вы молодец. Сережка, а ну-ка дай-ка я порыбалю. Слышишь? Ой, Марат, лучше б с нами Валера поехал. Не даешь, ешь мне насладиться. О! Ты что? Давай уже, ты уже успокоишься, я буду. Не, у меня опять, наверное, маленькая, Марат. Что такое? Я... Да, иди встань на их место. Малышка у тебя, Сережка. Ты думаешь, так это работает? Не, я просто жду, когда у меня будет супер большая щука. Давай, моя хорошая. Целую. Беги. Я жду, когда я мегалодона поймаю. А вообще я хочу пойти в тот угол. Не, на той рыбалке я там зацепил амура на 3600. Тоже на воблерочек. Эхо? Да. Я думал, ты пьяная. Не, эхо. Мы все-таки два в одном? В лесу. Хорошо-то как. Давай-ка я покручу, а ты вот Миланю понянчишь. А ты кидать умеешь? Я? Да. А ты мне покажешь? Ну а как же я покажу, если буду Миланю держать? Я знаю, что там надо что-то пальчиком зажать, потом отпустить, потом бросить, потом опять поджать и крутить. Ну, короче, смотри и учись. Как там? Есть теория. Вот у тебя сейчас теория твоими глазами, а в моих глазах это практика. У меня теория, у меня сейчас ребенок на руках. Ну так это жизнь вообще называется. Ладно, давай я еще одну ловлю, короче, и беру Миланию. Сережка, ты таки поймал? А! Таки да. Шо? Да ничего, неудобно мне. Интересно, большая или нет? Да уже давай большую и все. Шо, Марат, поводок? Я тебе сказал не трогай, там крючок был в дереве. Большая? Возьми там есть еще поводок. О, нет, ну как тоже нет? Небольшая. Ну как маленькая? Ну хорошая грамм такая 600, но небольшая. Не хочешь такую? Мы крупнее наложим. Да, да? Катюня. Так, давай я буду тут ловить, надо... а ты будешь нянчить. Кайфовать. Хорошо? Слышишь, ну я не знаю, что, может пошли шашлыки жарить, ну и в баню ту рыбалку. Пошли пожарим шашлыки, они уснут, потом пойдем рыбалить. Давай, да, потому что это не, так невозможно, елки-палки. Марат, посмотрите на меня, Марат. Дай мне щипцы, зажим, разъем и тампакс, что-нибудь. Я сейчас. Я прикурить сигарету не могу, второй сяд. Ты просто отремонтируй мне. Ага. Отремонтируй ей удочку быстро, Марат. Света, иди. Ты ее будешь выпускать, Сереж? Да. Что-то у меня на этот... О, опять ударчик. На этот воблер большие не клюют. Попробую сейчас блесенку поставить. Жужа, а ну аккуратно, чтобы я тебя не поймал. Так. Это ж, Катюня, что косметика женская, ты поняла? Хочется всю и сразу на себя одеть. Ну, я тебе открою секрет, что у меня такого чемодана с косметикой нету. Нету? Нету. Блин, беда. Беда. А вот, смотри, какая красивая есть. Надо срочно наверстать. Покажи. Смотри, какая. Мэпс. Троечка. А красивая. Карася поймаешь? Нет, а тоже на щуку. Там уже сейчас еще одну или парочку поймаем щучек. Я возьму удочку. И что? На опарыша порыбалю. А я думала, ты мясо пожаришь, ребенка покачаешь. Слышь, мы с голодухи-то колбасы накидались, потому что, мне кажется, я и до завтра есть не хочу. Ну, ты, может, не захочешь, я захочу, я вечно голодная. Не, хочешь там амурчика поймать или какого-то карпика большого? Я видел, кстати, только что амурчика маленького. Да, Миланя, да. Папа там развлекается. Как она хорошо работает, блесенка, именно так упруга идет, чувствуется. Папаша.
Так, я тебя не перекинул, мой друг, не? Нормально все? Да уже... Сергей, я могу пойти отдыхать? Вот чувствую, что крокодил сейчас клюнет. Ох, чувствую. О. Может, они уже спать легли? Кто, щуки? Да. Не, Катюшка, все только начинается. Что, Сережка, поймал ты что-то? Большую уже, надеюсь? Или опять малышку? Марат, опять маленькая? Не, хорошую. Не, маленькая, маленькая. Не икряная? А? Кому шо, а ей? Главное, чтобы она с икрой была, елки-палки. Тихо, 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 тихо. Стой, 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 стой. Спокуха. О, какая сильная. Так, сейчас я тут достану. Короче, мэпсик работает. У меня есть подарок от хорошего нашего подписчика Сереги. Харькова. С Харькова. Подарил мне пару блесенок. Ой, блесенок, воблерков. Все, это не, я просто проверил, что купил, недаром ли я ее. На самом деле... Работает. Все, да, работает. А ну-ка сейчас, воблерочек. Где они? Я, надеюсь, их не забыл взять. Катюня, выбирай. Вот такой яркий. Вот этот вот? Ага. Джокер. Ах ты. А нет, в Терминаторе было «I'll be back». Выходи, красавчик. Ай. Марат, я тебе рассказывал, что я рыбалил раньше вот только вот на такое. Смотри. Ложка обыкновенная. Я знаю, да. Просто. Вот тут спиливаешь ручку, делаешь две дырки. Да, работала. Что? Света, держи ее за ногу. Это, ого, Света. Ничего себе, смотри. Смотри, что она делает. А как она гнется. Хоть ребенка возьми уже, елки-палки. Так, Катя, у меня воблер новый стынет. Дай я покручу в конце. Какая маленькая, большая щука. Да маленькая. Марат, отпусти леску, потому что... Но она точно икряная, Марат. Девочки, это, перестаньте жадничать. Одень мне вот эту штучку. Покажи, как крутить катушку. Только я собираюсь прикурить, она ловит рыбу. Слышишь меня? Возьми ребенка и пошли отдыхать. Вот я хотел бы чисто вот тебя немножечко не слышать. Но я не могу, я ж тебя люблю, Катюня. Сейчас за меня весь Харьков болеет, елки-палки. Хорошо, у меня руки отваливаются, Харьков. Подожди, тихо, сейчас будет. Нет, посмотрите на него, сейчас будет. Какой-то. Серега, напиши комментарий, чтобы она меня не беспокоила, елки-палки. Миланя, ты слышишь? Ай-яй-яй. У него там своя жизнь. Вот это да. Миланя недовольна. Это ты недовольна, а она у меня молодец. Вот был бы гамак, я бы сейчас сидел бы с ней прямо так и крутил бы все нормально. А? Вместо того, чтобы воблерочки, да, эти удочки заказывать, закажи гамак. Серега, нема гамака у тебя там? Это он слинг имеет в виду. Ну хорошо, Джокер летает, блин, просто... Света уже поймала две рыбы, я тоже хочу. Да я не соревнуюсь, ты соревнуешься со Светой? Не, я просто хочу. Фу. Ну, пожалуйста, ну дай мне немножко хотя бы рукам отдохнуть. Ты когда так говоришь, мне аж неудобно становится, Катюша. Ну, конечно, блин. Ну. Думаю, что прям какой-то... как это? Эгоист, елки-палки. Такое здесь из меня сделаешь, что прямо, блин, аж неудобно рыбалить. Меня и не клюет уже поэтому. Да, Миланя, да. На, иди, я тебя забрасываю. Давай. Ну его в баню. Нет, ты не забрасывай, ты давай возьми у меня Миланию, а я сама себе заброшу. Не-не. Да-да. На, вот я палка. Угу. Держи, моя девочка. Только не стань на нее. Света. Любочка, иди сюда. О, боже, счастье. Ты моя рыбочка, такое. Принцесса. Крути давай и одной рукой снимай. Не. Давай я сниму. А что ты будешь снимать? Как ты рыбалишь? Я не умею снимать. Я больше с ними на рыбалку не еду. Да ладно. А что, надо крутить? Катюня? О, о.
Так. Это я раскручиваю? Что ты тут стояла полтора часа? Стоп! Опусти обратно эту штуку. Возьми рукой поближе к катушке. Между двух пальцев. Так. Еще у тебя где между трех пальцев возьми. Так я ж тебе не за болгарский говорю. Ты, балда. Марат, что мне делать? Возьми, всунь сюда между катушки. Хрен, что у нас клюнет. Марат, покажи, как держать руками. Открываешь. Не надо открывать, уже воблер в воде. Покажи, какие рукой взять. Да рукой пусть будет. У Светы клюет, это бардак какой-то вообще. Катя. Я сейчас помру со смеху. Обалдеть. Тоже, по-моему, рыба большая. Да не, если бы у тебя была большая рыба, у тебя был бы сейчас шок. Так, карандашики, ребята, мы ждем большую. Ты сильно быстро крутишь, не торопись, ты же не на маникюре, что, елки-палки. Света уже третью поймала, Сережа. Да я не соревнуюсь. Что мне сейчас делать? Надо забросить, да? Я даже боюсь... Тебе показывать, как это надо делать. Это открываем. Пальцем только. Пальцем. Поздно уже. Подмотай катушку. Назад закрыть. Закрой. Закрыла. Убери палец. Убрала палец. Подматывай. Ой, я помню, ты меня учил куда-то. Давай, вот, пальчиком вот теперь закрыла. Только одним указательным. А, туда, вот зачем? Так вот. Ты сейчас Марата вырубишь. Не вырублю. Кидай. Опа! Слышь, ну куда-то улетела. Ё-моё. Пошли. Да. Ловись большая щука и маленькая. Ловись большая щука и маленькая. Я должна поймать, Сережка. Ага. Мы с Миланей ржем с тебя уже. Марат! Что-то интересное. Ха-ха-ха, ребята! Слышишь, Серега, Джокер работает. Пипец! Фрикцион аж разматывает. Слышишь, это не Амур опять? Я поймал Амура. А? Дай бог. Ты посмотри, он просто обратно разматывает. У меня есть подсака, если что. Кстати, давай, что же мы ее купили, зачем? Марат, иди возьми подсаку, Марат тоже на щуке. А, ребята, это шедевр. Тихо, я тебе говорю. Тима, моя дорогая. Марату дай подсаку, Марат. Боюсь, что удочку она не утащила. Да, поймаем мы удочку, давай, чтобы мы сейчас трофей не уронили. Слышишь, я вареный. А там сейчас карасик такой маленький. Да ты ж Катюша, посмотри, как работает. Куда смотреть надо? Ты Джекирок. Ребята, оператор тоже поймала щуку, так что все нормально. Что это за агрегат? Что-то за пузо ты так. Серьезно? А ну-ка. Слышь, я не знаю, как они там тунца этого ловят. Вот, Марат. Амур! Ах ты, Амур, я тебе говорю. Марат, в подсаку, ешкин ты кот. Так сейчас Марат, ты что? Вон, Марат, вон он, вот там, иди сюда, не ругайся, нас могут смотреть дети. Бляха ты, муха, с подсакой своей, ты шо? Блин, обалденный был. На этом мы завершим сегодняшнее видео. Друзья, всем пока-пока, чао. Нифига. Ловим дальше. Что ж ты тоже мне подсаку-то не одел, ё-моё. Блин, иди сюда, ты посмотри, какая луска. Смотри. А? Вот ты везучий на это. А где везучий? Амура. Вот еще что-то. Короче, Марат, такого агрегата ты мне, ну, слава богу, хоть блесна живая. В тот раз ты мне щуку, иди свою снимай. Вот это ты дал. Оператор, в следующий раз Марату даешь фильмоскоп, сама хватаешься за подсаку. А я тебе говорила. Такого кабана, елки-палки, через весь океан вытащить и не дотянуть. Обалдеть. Сергей, уже... Эх ты, что опять было? Да подожди, дай порыбалить. Что, я уже разошелся. Обалдеть. Фу, не, ну силище, конечно, у него богатырское. Иди помогай, Марат. Опа! Ушла щука! Серега, высылай еще один воблер. Все. А так ты что, все? Воблер? Ушел Джокер мой.
Один-единственный был. Да? Нет, откусила. Ты понял, какой рот был у нее? Что прямо... А я тебе говорю, я тебя запомнил. Воблер в желудке? Фу. Перекусила, наверное. Ты рот, ты видела какой? У тебя слюни везде по рту. Ты что, серьезно? Катюня, это живые эмоции. Я вареный от этой рыбалки. Пипец. Иди помоги Марату, хватит уже здесь причитать. Дай мне надо срочно перемотаться. Потом перемотаться. Там у меня нет джокера, все. Ребята, хороший воблер. На него что амур, что карп, что лещ, что судак, что щука, все клюет. Света говорит, все окей там. Помоги Марату, потом обуешь свою удочку. Катя, перестань ты устраивать из этого мужского развлечения какой-то детский сад. Что ты помоги, да помоги. Ты что, ешкин ты кот? Ай-яй-яй. Будешь в номере наказана. Ой. Хочу. Балда, ёшкин ты кот. Что это? Поводочки. Это поводок? Блин, один, конечно, был у меня такой воблер. Дорог как подарок. Давай вот эту красную оденем. Это на что? Ой. Катюша, то будешь как это, в салоне маникюрный выбирать себе. Красивая, что ли? Цвета, а я тут сам знаю, что мне надо делать. Что, даже не подсказать? Ты что, блин, два запроса, два агрегата, и оба я не видел, ты понимаешь? Точнее, видел, но не потрогал. Ничего, Сережка, не расстраивайся. Что, Катенька? А мы кушать будем сегодня? Кушайте, я не голодный, я хочу рыбалить. Так долго сюда добираться? Так, у меня еще один Серегин воблер есть. Ты помнишь, когда мне день рождения? Запомни. Вот такое я хочу. Джокер. Его звали. У тебя же есть. А? У тебя же есть. У меня был, ты хотела сказать. О-о-о. У меня теперь только коробочка осталась. Серега, второй твой подарок. Вот теперь ты понимаешь, женщина, для чего мне так много всего? Потому что оно просто заканчивается. Сереженька, я же не против, мой родной. Ну, я ты хорошая. Слава тебе Богу. Только чтобы ты радовался. Купи себе все, что ты хочешь. А я ничего не хочу. Ну и так все есть. Слышь, а я хотел сказать другое. А мы вообще что-то на кукан кинули сегодня? Да. Кукан мой вот лежит. Две. Ну, Марат накидал. Что, я фрикцион неужели перетянул? Бляха-муха. Ух ты, что? Поймал? Да нет. Нет? Но ударчик был. Ты чёчек такой. Да, мне кажется, вы вот это вот выпендриваете специально, типа вы такие рыбаки крутые. Ты лучше расскажи свои ощущения, как ты щуку поймала. Шла-шла и поймала. А, вот так вот это да. У вас? Никакого удовольствия. Я забросила и пошла вдоль прудика. По... Прям какая-то фригидная рыбалка. А где эта эмоция? Где это ощущение, передача данных, я даже не знаю, всему крути миру? Крути катушку. Ладно. Все равно года проходят чередою, и становится короче жизни путь. Почему бы не измучить? Что опять случилось? На минуточку забыться. А у Марата старые раны кровоточат, не? И уснуть. Эх. Все, что было, все, что ныло, все давным-давно уплыло. Только ты, моя гитара, прежним звоном хороша. Эх ты, гитара хороша. А Марат же хотел с собой гитару взять, и шо? Он сказал тебе взять. Не взял? Не, ну разве это не счастье, Катюша, слышишь? Как куры кукарекают, елки ты палки. Сереженька, а? Ты кидай, мой родной, а я пойду отдыхать, хорошо? Слышь, надо у Володи узнать, а не сдаются здесь номера на всю жизнь? Вот я бы тут жил. Я бы тут жил, сковородочку бы здесь поставил, гриль бы прикатил, ага. Жарил бы здесь карасей, свет. Света, в такой позе мне аж страшно представить. Что ты там себе думаешь? Слушай, сейчас? Подошла, пластырь принесла, слышишь? Большая, Серёжа. Агрегат, агрегат, Света. Марат, помоги ей. Помоги мне. О, большая. Большая, с икрой.
Тихо, не ори, Свет. А что? Отпусти мне. Всю икру распугаешь? Все. Забираем, нет? Конечно, забираем. Ты что, это же агрегат. Так, а ну-ка. Это Сереги. Света, посмотришь на канале Детский Липован? Там, я думаю, что ты будешь сегодня звездой этого выпуска, конечно же. Катюня, а. Смотри. А? Светло? Чересчур, я не буду на тебя, ты, короче, не... Свети на меня, но я не в тебя лицом. Ты понимаешь? Смотри. Ага. А что видно, как он нос засунул в землю? Не, я чтобы никак это... Не ослепить нашу аудиторию. Компания Килнек, спасибо огромное. Это вот это освещение, которое я беру с собой на рыбалку. Это фонарики чисто от них. Так я еще даже лопату не доставал, ты понимаешь? Ёшкин ты кот. 13 способностей. Марат, завтра выкопаем яму и будем щуку печь с тобой, понял? Я тебя ослепил, родненький, извини. А что, ты лопату взял? Марат, я всегда с собой на рыбалку беру, смотри, лампочки от солнечных батарей, лампочка головной убор, короче, и лопату. Ох ты, и запах ароматами. Смотри, аж пиво как это? Что, ослепил? Прозрачное, а ну. О, красное. Красное красивое? Угу. А у них какой-то там красный цвет, свет запатентованный. Сереж, выключи, пожалуйста, это мне не очень приятно. Да она даже не дала мне попонтовать фонариком. Иди сюда, мы шашлык жарим. Так ты желтый включи, так хорошая подсветка с желтым. Не желтый, а белый. Шикардос. Короче, друзьяки. Так, Катюша, я главное, чтобы не светил людей. Ага. Меня видно? Да, теперь да. Мы наловили там щуки, такое было, что много в кадр, как обычно, не попало. Меня укусила щука так, ребята, вы не понимаете. Я думаю, что палец останется. Мы ему каплями, короче, для носа обрабатывали. Ага, тоже поехали на рыбалку. Ни пластыря, нифига. И у меня в тракторе, блин, пластырь валялся. Когда? Эх ты. Лет 20 назад или 40. Изолента называлась. Ну. А я весь крючка. А Марат себе, это я умничал, говорю, что ж ты тоже мне не умеешь щуку снимать. Короче, у нас еще те рыбаки. Блин, грызануло так, короче, как начало мантылять, еле палец сберег. А, ну ничего, все будет добре. Что, вас уже беспокоить не сегодня, как это, на сегодня не будем. Завтра будет следующая серия. Мы с Маратом, как обещали, в 4 утра выходим. А снимать оператор... Ну, ты уже выйдешь и снимешь вот то, что мы нарыбалили, хорошо? Я пойду завтра. Не, мы размотаем удочки, у нас лежит опарыш живой. Маратик, вы как завтра встанете, нас... приходите за мной, я пойду вместе с вами рыбалить, а Сережка будет с Миланей досыпать. Не договорились. Не? Нет. Красавчик. Мой родненький человек. Нафиг-то съемка, мы просто тупо идем рыбалить. А, у нас же Света еще есть, так мы Свете можем оставить. Свете сказать, но как-то бояться. А, мы Миланю Свете занесем. А мы еще не привыкли. Короче, мы просыпаемся, Светочка, Миланю тебе, а мы на рыбалку. Ко мне. Ты знаешь, где нас искать. Да. Все, спите, девочки, на здоровье. От всей души и с хорошим настроением для вас сегодня. Ну и день сегодня был, конечно. Как вспомнишь, елки-палки, вот эта вот маршрутка чуть не уехала, рыба обратно, мы ее перехватили. Короче, потом еще был момент у нас здесь. Самое главное, чтобы на базе. Володя на самом деле вот такой мужик. Хороший, приятный. Встречает как родных, понимаете? Можете ехать, даже с собой казаны не брать. Здесь есть все. Хорошие номера, горячая вода. Можно ехать с детками, не переживать. Если уже оператор сюда приехала, такие это уровень. Прям как будто бы я, как это, принцесса на горошине. Ну, баба вредная, что ты поделаешь? Баба? Но девочка вот любимая. То у тебя на базаре будет баба. То баба Катя моя любимая. Ты что? Эх ты, оператор, ладно. Бабе Катя, короче, ничего не друзьяки. Имею против. От всей души и с хорошим настроением. Не говорю вам пока, а просто до завтра. Чао.